Вы на канале улицы Москвы, мы находимся в Королеве, и сейчас взяли несколько южнее относительно места, где мы были, может быть, юго-восточнее, ну и ближе к парку Лосиный остров. Здесь у нас пересечение улицы Пионерская, а также улицы Лермонтова. Вот у нас Пионерская улица. Сейчас мы прогуляемся среди новой застройки. Любопытно посмотреть, как гласит плакат, эти дома строились для работников ракетно-космической корпорации «Энергия». Ну, по крайней мере, вот те дома, которые будут дальше. Ну и посмотрим, как выглядит вообще новая застройка города Королёва. Если в предыдущем выпуске мы были среди старой, возле центрального парка, а также сквера покорителей космоса. Не знаю, насколько правильным было решение сюда завернуть. Ну, мы сейчас и убедимся в правильности либо неправильности данного решения. Эти дома тоже числятся по улице Пионерская. Возможно, это новый жилой комплекс. Нигде не мог найти его название. Рядом гаражи, гаражи, все. Такая, конечно, типичная застройка ближайшего Подмосковья, как и московских окраин. Ну, как бы напоминает, да, что дома для работников корпорации «Энергия», такой вот импровизированный корабль, символика «Энергии», достаточно любопытно. Хочется даже куда-то на нем поплыть. Ну, вот это вот тоже на космическую тему вариации. Похож на АП, вот это с распространенной серии П-44Т или ТМ, как она сейчас там называется. Такие вот новые кварталы Королёва.
Это еще более новая серия. Не знаю даже, как называется. Похоже на Домус. Но не факт. Ну а дальше мы видим совсем скучненький домишко. Но у него зато из окон видать Лосиный остров. Конечно, если не на эту сторону окна будут выходить, а на противоположную. Ну а дальше соседство с дачными товариществами и частным сектором. Как я понимаю, дома не сданы еще. Вот эти вот. Ну, скоро это произойдет. Так, а могу ли я тут вернуться обратно к этой оживленной дороге? Интересно. Ладно, может, не такой интересный выпуск, как предыдущий. Зато посмотрели окраины города Королёва, новые дома. И непосредственно там уже этот лес дальше. Это уже Лосиный остров, как я понимаю. Ну вот я даже больше скажу, там дальше окраина города, и тот участок Лосиного острова относится к Мытищам. Ну, соответственно, Лосиный остров, он поделен между Мытищами и Балашихой. Ну, то есть вот такая тут экологическая окраина города. Ну, как понимаю, дома построены для работников вот корпорации энергии. Ну, вот так вот спальные кварталы, понятно, магазинчики у дома, а возможно это парковки что ли тут подземные. Такая у нас была прогулочка. Заглянули все-таки сюда.
Если понравилось, ставьте лайк. Если нет, сильно не ругайте.